Ну, такой порядок был. Если 4-5 человек в кругу скачут, мужчины, и если какой нарушил ритм или такт удара ногой, был такой дядька, Егор, здоровый. И как если нарушил, бабам перерывает песню, женщинам, песня ну, перерывается от удара. Сюда, не влад. Да, не влад, черт, бабы путаются. Фу, по уху как врежет, все. Сука, она врезала один раз, он уже, ох, елки-палки, застрашил. Поторопил. Вот так. Цензура такая была, да? Да. Цензура. Так что, лядите, заработаем. А мужики, мужиков было много в хороводе? Сколько хочешь. Ну, вообще-то вот на вашей памяти. На нашей памяти. На моей памяти, значит, 7, 8, 5, 6, до десятка. Хоровод. Да. А женщин... Примерно до 30 человек могут быть. В хороводе, да? Да, в хороводе. Круг, знаете, какой? Свистят, огромный. Мужчина может такой свистеть, как свист такой стоит, понимаешь ты. И песни бабам помогают, женщинам тоже подтягивает. Автобус, вот он вот.